Особая школа для особых детей. Школа без ограниченных возможностей. Цифровые технологии в образовательном пространстве. Все это о нашей школе, о наших учителях и о наших детях. Но сейчас нам надо вдохнуть ветер перемен в обычный урок труда. Урок труда – это уже современная технология, объединяющая все школьные предметы. И поэтому для нас очень важно, чтобы межпредметная система сложилась именно в образовательной области технологии. Вместе с детьми мы научимся создавать графические модели, дизайн одежды, а может быть и ландшафта. Научимся создавать роботов и сайты, а может быть замахнемся и на мультфильмы. Все это возможно, если образовательные технологии объединят все школьные предметы и будут пронизывать всю нашу учебную деятельность. Для этого мы моделируем нашу учебную программу, а может быть мы создадим новую профессию. Присоединяйтесь.